Ай-яй-яй, как не стыдно. Не стыдно, вот не стыдно Минюсту всячески выдавливать частников, негосударственных экспертов и всячески вот просить у государства не только подаяние, а даже указывать о том, что они все-таки кроме подаяний в виде бюджетного финансирования, многомиллиардного бюджетного финансирования, получают доходы от этой же деятельности. Минюст, РФЦС, вы хозрасчетники. Вы хозрасчетники. Вы такие же коммерсанты, как и все присутствующие на территории России негосударственные эксперты. У вас устав исключительно коммерческий. И даже в законе вы не постеснялись указать о том, что вы получаете финансирование не только деньги за счет бюджета, то есть вы зарабатываете дважды. Вы получаете деньги за счет бюджета и еще получаете доходы от приносящей доход деятельности. Ну, как можно догадаться, о какой деятельности идет речь? Ну, конечно же. Конечно же, экспертные, друзья мои. Ну, что тут греха таить? Ладно. Она не запрещена, кстати, законодательством. Не запрещена. Значит, можно. Значит, можно проводить экспертизу и выгонять, выдавливать законно, незаконно конкурентов с рынка. Фиг вам. Не получится, друзья мои. Жалобу на вас напишу. Вся Россия на вас напишет жалобы в силу того, что вы здесь занимаетесь просто монополистической деятельностью. Все, друзья, переходим к следующей статье.